Утилизация списанных боевых материалов представляет собой достаточно серьезную проблему в сфере безопасности и обороны с точки зрения права, ратифицированного большинством стран мира. Традиционные методы обезвреживания, взрывания или сжигания взрывчатых веществ под открытым небом негативно влияют на окружающую среду, приводя к выбросу в атмосферу огромного количества тяжелых металлов и токсичных газов и отравляя грунтовые воды. Польская фирма Якуш, среди прочего, проектирует и производит оборудование для безопасной утилизации боевых средств, обеспечивая безопасность и сохранность окружающей среды. Фирма Якуш существует уже 27 лет. Сегодня она занимается производством, проектированием и внедрением систем, служащих в основном для утилизации боеприпасов безопасным для человека и окружающей среды способом. Фирма Якуш спроектировала систему для перевозки, временного хранения и уничтожения опасных предметов, содержащих взрывчатые, химические и биологически активные вещества. Компоненты системы транспортабельны, что позволяет утилизировать опасные материалы непосредственно в месте их хранения. Система «Планетарий» собирается на территории завода в Костяжине и проверяется нашими пользователями на предварительном этапе. Затем система через Турцию и другие страны может быть перевезена в Азербайджан, где наши специалисты вновь ее смонтируют, сконфигурируют и приведут в действие. При взрывании система защищает человека, инфраструктуру и окружающую среду от последствий взрыва. Процесс утилизации на основе технологии «Планетарий» предотвращает выброс в атмосферу тяжелых металлов и токсичных газов, защищая природную среду. Идя навстречу нуждам клиентов, мы используем метод 3R – Recover, восстановление, Recycle, рециклинг, Reuse, повторное использование –